Президент обещает ослабить валютное регулирование. По мнению президента Петра Порошенко, закон о валюте заменит декреты начала 90-х. Этот закон поможет либерализовать валютное регулирование. Национальный совет реформ 2 марта рассмотрит законопроект о валюте. Об этом президент Петр Порошенко заявил сегодня, 28 февраля, в ходе пресс-конференции. В пятницу на Национальном совете реформ мы рассмотрим проект закона о валюте. Он заменит декреты начала 90-х. Это будет революционный закон, который либерализует валютное регулирование, сказал Порошенко. Также он напомнил о необходимости принятия законопроекта о налоге на выведенный капитал. Напомним, в конце прошлого года Нацбанк ослабил валютные ограничения. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.